Сотрудники готовы к скоростному броску. Для отвлечения внимания террористов произведены отвлекающие взрывы и стрельба холостыми патронами. Проникновение сотрудников в салон составляет не более 7 секунд. Для синхронности их действий. Вы наблюдаете действия. Вооруженных сил Казахстана и полковником Семеновым. И закрепление захваченных рубежей. Кроме того, второй эшелон может использоваться для замены частей подразделений первого эшелона. Первый авиационный удар наносят 8 вертолетов Ми-24В, противотанковые Стрела-10 и зенитных самоходных установок «Шилка». Боевого применения 100 метров. Скорость 200 км в час. Назначены для уничтожения малоразмерных, подвижных и неподвижных. 777 выполнил. Цели поражены. 180-й. Я 102-й, вас понял. Для нанесения ударов по объектам в глубине боевого порядка противника...